Раннее утро в Емельяново. Холодно, очень холодно. Иван Матюнин уже почти собрался на работу. Остались последние штрихи. Ну вот теперь точно все. Дом к вечеру не успеет остыть. Ваня перевел его в режим ожидания. Пора на работу, в районную администрацию. Там его уже заждались. Красные звезды, серп и молот и неизменный Ильич, идейный вдохновитель комсомола, строгим взором следит за Матюниным, который трудится как раз в отделе молодежной политики. Можем проходить. Покажу свое рабочее место. Буквально недавно переехал. Иван бьется за каждую молодую душу в поселке. С принятием закона о минимальном расстоянии между точкой, торгующей алкоголем, и школами, Матюнин объявил войну сельскому лабазу. Снял доказательное видео. Нарушают. Даже директор школы чиновника поддержала. А вот в павильоне прекращать торговлю пока почему-то не спешат. Но Иван не собирается сдаваться. Если учесть то, что перемена длится 15 минут, в принципе, а время идти хоть бы полторы-две минуты, то есть, да, я могу спокойно сбегать, что надо мне взять и прийти в соответствующем состоянии уже на уроке. То есть такие случаи тоже бывают. Это на работе он серьезный, деловой и даже чуточку строгий. Но борьба за молодые умы к вечеру заканчивается. Ваня надевает костюм и идет в местный дом культуры. Он здесь главный ведущий всех торжественных мероприятий. И Емельяново от него, конечно, без ума. Сегодня солнце светит ласковее и ярче. И наши женщины такие красивые и нарядные. Путь Ивана на краевое телевидение был долгим и тернистым. Ему уже где только не приходилось сниматься. Пробовал себя даже в новостях райцентра. Привет, друзья! С вами передача News Time, и я ее ведущий Иван. Все только самое яркое и актуальное специально для тебя. Привет! Вы смотрите программу о том, как интересно жить в Емельяновском районе. И с вами, как всегда, Иван. И Дарья. Продюсер «Утро на Енисее» Дарья Кобылянская все тернии дороги на ТВ уже прошла. И теперь она здесь уже давно своя, незаменимая и вообще умница. Вспоминая о своем давнем партнере по работе в Емельяново, Даша признается, необычного героя мы выбрали. Он учился на класс младше меня. То есть сколько я помню себя, столько я помню Ваню. Ваня всегда был очень активный. То есть кто проведет выпускной вечер — Ваня, кто елку проведет — Ваня. Опора для учителей. В классе он был очень активный, его знали все старшеклассники. Даже когда он учился в 7 классе, он был в авторитете у 11-классников. Ну сразу ясно, Иван для наших целей подходит как никто, поэтому будем работать. Только вот как изменится судьба нашего нового героя, расскажем в следующей серии нашего проекта. Виктор Самусенко, Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Андрей Крупнов. Новости.